Шановні телеглядачі і телеглядачки, всіх, кого цікавлять справ стан у наших збройних силах, наших захисників, у наших поліцейських, які зараз переживають, як ви знаєте, а не знаєте, знаєте, непростий період, хоча коли він був у них і в нас з вами простий. Йде атестація з цього приводу, ми сьогодні також поспілкуємося. Налаштовуйтеся на нашу хвилю, залишайте свої справи на оці 70 вже без малого хвилин. А перший птіх нашого триптіху, він присвячений темі ідеї, яка торкається дійсно всіх і кожного. Досить тільки сказати три букви произнести ЖКХ, російською мовою ЖКГ, житлово-комунальне господарство. Ну, назвіть мені таку психічно повноцінну людину, яка б зараз так не відреагувала якось нервово на ці речі. Сьогодні нам зробив честь Валерій Дмитрович Матковський. Я думаю, що цього достатньо, не буду перераховувати його титули. Хто ж не знає вас, Валерій Дмитрович? Але у вас є змога, оскільки наприкінці ми завжди не встигаємо, привітати всіх, хто вважає День працівників ЖКГ України своїм днем. От з цим праздником, що наступає, з цим святом. Ну, давайте все-таки поздравим його, як ви говорите, ЖКХ. Уважаемые мои коллеги, я хочу от своего имени и, безусловно, от имени всех тех, кто пользуется этими услугами, услугами жилищно-коммунального хозяйства, поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Я от души вам желаю здоровья, я от души вам желаю благополучия, я вам от души желаю достойной заработной платы. Я от души вам желаю, чтобы у вас хватило сил в это непростое время, время там всевозможных реформ, не будем говорить, какие они правильные и неправильные, вот, все-таки это дело выдержать. Я знаю по не одному десятку лет совместной работы, что большинство из вас искренне стараются делать свою работу, очень непростую, как правило, всегда неблагодарную, вот. От души ее действительно делает. Поэтому вам самого доброго, вам самого хорошего. И еще остатки системы, которые на сегодняшний день осталось от такой большой действительно системы, которая нам перешла из так, с тех давних десятилетий, которые она строилась. Сейчас идет всевозможное преобразование. Я вам от души желаю, чтобы в это непростое время вы себя нашли, вы сохранили свою работу, вы получали действительно достойную работу. И самое главное, чтобы было взаимопонимание между теми людьми, которые пользуются тем трудом, который вы вкладываете каждый день непосредственно в свои служебные обязанности. С праздником самого доброго и самого хорошего. Ну вот это в основном, собственно, сотрудникам, профессионалам этой сферы. А вот хорошо, что вы коснулись потребителя этой продукции, этой сферы. Вот им бы что пожелать? Они ведь тоже по-разному реагируют на ситуацию. Ну, безусловно, на сегодняшний день в системе, ну, ее не осталось практически, системы жилищно-коммунального хозяйства. Действительно, есть там и министерство и так далее. Но та система, которая была выстроена, как и все остальное в государстве, сейчас перестраивается под те задачи, которые сегодня ставит и президент, и правительство. Ну, а самое главное, под те задачи, которые ставит сегодня время. Безусловно, непростое и такое тревожное, безусловно, для всех. Поэтому не зря же говорят, что не надо желать врагу чего-нибудь там такого другого, пожелайте, чтобы они все жили во время перемен. И это будет достаточно. Поэтому система, безусловно, меняется. Вот. И, к сожалению, она меняется таким образом, что действительно те люди, которые пользуются системами жилищно-коммунального хозяйства, испытывают сегодня, ну, трудности значительные и финансовые, сталкиваются с этим, потому что мы видим рост постоянных тарифов. К сожалению, за ростом тарифов качество услуг не то что не успевает, а вообще не идет. То есть оно как было, так и осталось. Вот, поэтому вот в ближайшее время нам нужно всем, без исключения, тем людям, которые проживают в многоквартирных домах, принять решение о системе управления. И уже эта система ЖКХ,
Вот. Уже ни на кого будет показывать пальцем, хотя бы потому, что ее просто не будет существовать. Останется только система какая-то коммунальных услуг, а все остальное ляжет на наши с вами плечи. Ну, это так, если вкратце. А если сроки, то действительно до 1 июля нас ожидают большие потрясения. На сегодняшний день, по тем данным, которые нам предоставляет городской совет, у нас уже в городе образовано где-то порядка 500 ОСМД, которые работают. А времени то не так уж тут много осталось. До 1 июля 2016 года вся эта система должна с 1 июля заработать по-другому. Поэтому я желаю всем тем, кто начал заниматься этой работой, а люди действительно очень многие занимаются, мне практически ежедневно приходится сталкиваться со звонками, когда люди спрашивают, а как, почему и так далее, и так далее. То есть уже часть населения, я не говорю, что это большая часть, но часть населения прекрасно понимает о том, что закон есть, он принят Верховной Радой, и мы его должны все выполнять и сделать таким образом, чтобы то жилье, которое принадлежит нам, мы его действительно эксплуатировали и пользовались теми услугами, которые, к сожалению, мы будем теперь 100% оплачивать сами, в том числе и капитальный ремонт своего жилья. Поэтому я призываю еще раз одесситов не тянуть с этим вопросом и понимать, что сегодня та пословица, что дело утопающего в руках самого утопающего, оно касается всех нас. Да, хотя, собственно говоря, кому же не ясно, что рост в такой геометрической прогрессии тарифов, он не сопровождается ростом заработных плат и снижением цен. Вот. Но это не по вашей части, это уже не проблема ЖКХ, да? Это проблема кого-то другого. Потому что не так сложно принять Верховному Совету те или иные законы, гораздо сложнее нашему гражданину из прежней зарплаты, обезвоженной повышением цен, оплачивать эти вот возрастающие потребности ЖКХ. Вы знаете, мое мнение по данному вопросу следующее. Во-первых, тот рост, который идет, такой повальный, да, ну, газ в 7 раз. Вот, с 1 марта электроэнергия на 25%, вот с 1 апреля, плюс к тому, что газ подорожал, еще 50, на 53% должен подорожать газ, опять же. Хотя вот какая-то маленькая надежда появилась буквально вот перед нашей встречей, посмотрел интернет, то было написано, что правительство еще не приняло решение о том, стоит ли с 1 апреля поднять стоимость газа еще на 50%. Это сообщение просто окрыляет. Это, в честь праздника жилищно-коммунального хозяйства, наверное, какая-то надежда. Вот. Мое глубокое убеждение в том, что та практика, которая появилась несколько лет тому назад, что тарифы, которые сегодня устанавливает НКРЕ, то есть фактически правительство для нас, это порочная практика и неправильная практика. Я считаю, что органы местной власти вот, должны на сегодняшний день, мэр города должен, или там селищный голова, вот, видя и ту ситуацию, они должны принимать сами решения. Зачем тогда есть городской голова? Это все хозяйство принадлежит сегодня городу, нам, громаде, и нам надо принимать решения власти, а мы можем действовать на власть, воздействовать через депутатов городского совета, там, областного совета, селищные рады и так далее, и так далее. То, что когда-то было. Вот. Сегодня же все это забрали наверх, все тарифы согласовываются в НКРЕ, и здесь их только спускают для того, чтобы оплачивали жители. В корне неправильная практика, она порочная практика, она много раз критикуется, но несмотря на эту всю критику, центральная власть оставляет это право за собой. Я, например, считаю, что задача Министерства жилищно-коммунального хозяйства только по жалобам жителей проводить проверки правильности применения этих тарифов. Ведь в каждый город, каждый населенный пункт, он имеет свои особенности. Даже, например, вот такая особенность, как транспортировка воды. Вот город Одесса, это 40 километров. Где-то там поставка воды еще более длительный путь проходит, а где-то населенные пункты расположены буквально там в 3-5 километрах. Где-то качается вода с подземных там хранилищ и так далее, и так далее. То есть
Этот путь нужно, как говорят, пройти. И у людей, безусловно, на сегодняшний день очень большие негодования. Хотя я, честно говоря, поражаюсь от терпения нашему народу. Вот честно говорю. Потому что я вот помню, сколько полгода тому, буквально там назад, в одном из государств бывшего Советского Союза, когда электроэнергию подняли на 17%. Не в 7 раз, как у нас газ, да, а на 17%. Там 3 месяца были демонстрации, люди устраивали против поднятия цен. Помогло? Не помогло. Потому одесситы-то и терпят, что они не делают бессмысленных вещей. Не только одесситы, да, весь наш украинский народ, мы действительно гордимся на сегодняшний день своей идентичностью, да, как мы это говорим. Вот, то есть мы пытаемся строить на сегодняшний день свое государство, но вот тот разрыв на сегодняшний день, который образовался между тем, что делается в Верховной Раде и как живут люди, он заметен очень многим. К сожалению, сегодня одно поднятие тарифов, которое значительно на сегодняшний день, да, а все остальное осталось как было, и стало еще значительно хуже. Ведь смотрите, средний уровень заработной платы. Если взять, раньше был у нас курс доллара 8, мы привяжемся к доллару, mm-hmm. потому что, да, то на сегодняшний день все мы с вами стали в 3 раза беднее. А пенсии на сегодняшний день заморожены. Заработная плата на сегодняшний день, к сожалению, она не растет, а то, что Госстат нам выдает, она, к сожалению, там снижается, хотя вот радостная вещь там была, что заработная плата по региону увеличилась на 7 гривен. Но, к сожалению, зрители понимают, о чем мы с вами говорим. Интересно, а не будет у нас ЖЭКов, не будет у нас глав ЖЭКов, того, кому мы раньше называли так мило управдомами, а министерство все равно будет? А над кем же оно будет министерство? Вы понимаете, действительно, центральный орган власти – это тот орган власти, который должен отслеживать те проблемы, которые есть на местах. И с помощью государственного регулирования тот или иной областной центр направлять определенные средства для того, чтобы поддержать. Нельзя же сравнить сегодня возможности регионов всей Украины, как живут люди и как они имеют возможность зарабатывать. Ну вот смотрите, ведь сколько было критики в начале, я много раз говорил, что вопрос, который сегодня правительство Яценюка закрутило, связанный с, так сказать, с получением субсидий, ну это же утопия полная. Ну все же говорили об этом. Ну и ничего никто не сделал. Да? Я вспоминаю, как недавно было, знаете, полгода тому назад, да, которые показывали одного замминистра МВД, который вывозил 12 миллионов в этом самом, в чемодане денег, да? И чем это закончилось? Вот меня люди спрашивают, те, которые на встречах. Поэтому и на сегодняшний день министерство должно быть. Министерство должно регулировать поток государственных инвестиций в тот или иной регион и отслеживать, что там делается. Даже возьмем нашу Одесскую область, вот, в каждом, в юг Одесской области и север Одесской области, это совершенно разные проблемы. Ведь ни для кого не секрет, сколько лет мы уже говорим о той дороге там в Рени. Ну это же только дорога. А поедьте в те края и посмотрите, там газа, 21 век, там газа на сегодняшний день нету. Значит, я был поражен, когда в 2013 году, работая замом губернатора, попал в Ренейский район и увидел, как на лошадях в село везут воду в бочках. Я был удивлен. Задал вопрос, зачем? Коров напоить нечем. Так о чем мы тогда с вами говорим? Да, старым дедовским вот. Способом. Поэтому вот для этого, наверное, и нужно министерство, чтобы отрабатывать эти вопросы и действительно отслеживать и помогать главам обладминистрации, помогать мэрам городов, потому что какой город ни возьми, в каждом городе свои проблемы, и, безусловно, без государственной поддержки это сделать невозможно. Возвращаясь к тем субсидиям, мы даем людям субсидии, государство
теперь уже сказали, будут назад отбирать. Ну, тема известная, хотя я говорил, подождите, мы еще вернемся к тому, что людей заставят часть вернуть этих денег, что сегодня и происходит. Но ведь вопрос субсидий не решил ту проблему, почему тарифы растут. А ведь надо было вкладывать деньги, поддерживая, безусловно, население, но вкладывая государственные деньги для того, чтобы рост тарифов снизить. Это путем модернизации тех же котелен, путем модернизации систем водоснабжения, холодного и горячего, чтобы не было таких потерь, тогда действительно применение новых технологий, тогда действительно тарифы так не будут развитие, расти. Развитие, короче. Безусловно, да. Мы говорим о европейском принципе, а европейский принцип, по сути, один. Развитие, непрерывное развитие, более медленное, менее быстрое, и все-таки развитие изо дня в день. Тут дедовским способом воду возят. Да, в 21 веке. Забытая профессия водовоз, однако рано мы забыли. Во всяком случае, вот мы сейчас вступили в год 60-летия нашей телестудии, нашего телевещания. Вот тогда, в 56-м году, ну, вряд ли кому-то из журналистов и тех руководителей, кто сюда приходили, приходило в голову, что через 60 лет, казалось бы, за это время так далеко мы должны были уйти вперед, вот, что мы будем беседовать на эту тему. Кстати, ровно 35 секунд мы сейчас потратим. Кто не знает, знает, и кто на курсе справа включает все курс, что есть у нас теперь такой код. Будь ласка. Увага всім і кожному, хто є справжнім телеглядачем. На честь 60-річчя Одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОД – Клуб одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало Одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання – відповіді щосуботи о 13:00 в клубі «Одеський». Вот так, Валерий Ильич. И я вас помятаю 15 років. Баба Гмельшин, все-таки. Не, вот я так розпочав ходити на ваші запрошення вже 15 років. 15. Я вітаю вас, до речі, зі святом. Перехожу на русский язык. Я поздравляю вас с праздником. Я поздравляю ваш коллектив, потому что действительно, косяк того коллектива, который я там помню 15 лет тому назад, он сохранился. Вот. И чудо. Самого вам доброго, вам самого хорошего. И чтобы вас тот код, который вот, вот, поддерживал во всех ваших спасибо. Деяниях. Спасибо. Приятно. И, конечно, позвольте нам считать, что вы уже член этого клуба. Спасибо. Клуба одесских телезрителей. Хотя, честно сказать, в этом году 30 лет, как я здесь служу. Но не в этом дело, не во мне. Нам дает режиссер около 3 минут. Заключение, чтобы лучше всего запомнилось, такой вопрос. Несколько фантазийный. Ну, не ведь это искусство, а искусство всегда фантазийно. Представьте себе, что вы завтра получаете мандат министра всея ЖКХ Украины. И от вас зависит все абсолютно. Первые ваши шаги. Первые мои шаги, это я бы, хотя и есть такая структура, я бы собрал всех мэров городов и попросил бы их сделать одно. Сделать сборник проблем, которые есть по регионам, да? И потом бы постарался тот бюджет государственный, который есть, распределить его таким образом, чтобы каждому городу, каждому населенному пункту, каждому области достались государственные средства. На основании тех проблем, которые есть в каждом регионе, должен сверстаться государственный бюджет. Это один вопрос. Второе. Я бы кровью с носу сделал бы, чтобы в конце концов, мы получили все законодательные документы, которые касаются системы жилищно-коммунального хозяйства, потому что мы очень много лет об этом говорим, но на сегодняшний день, так называемый, как я говорю, кодекс жизни ЖКХ, он просто-напросто отсутствует. И думаю, что это действительно было бы поддержано, ну, не говорю о депутатах. К сожалению, на сегодняшний день депутаты мало что там решают.
Вот, и действительно мало чем защищает интересы тех избирателей, благодаря которым они стали там депутатами Верховной Рады. По-моему, простите, для этих людей самое неинтересное в жизни – это как раз население и избиратели. Ну, они вспоминают их только тогда, когда вот-вот уже выборы, да, и на выборах нужно что-то наговорить. И я вот благодарен, кстати, Бойко, это комитет избирателей, Анатолий Бойко, да, который поднял этот вопрос, и сейчас я с интересом наблюдаю, какая будет реакция и депутатов, и самое главное, какая оценка будет дана обещаниям, которые депутаты делали, и как они их выполнили, те обещания. Поэтому вот первые шаги, которые вы сказали, действительно нужно постараться сделать таким образом, чтобы каждый регион действительно чувствовал заботу вот, министерства или правительства. Вот. По каждому региону, не на словах, о которых мы каждый раз слышим, а действительно, чтобы деньги, в конце концов, оставались работать в регионах, вот то, что мы говорим, децентрализация и так далее, чтобы денежки не шли в Киев, а потом мы их выпрашивали. Я вспоминаю 2013 год, когда там затопил этот Татарбунарский, Тарутинский район, Арцизский район и так далее, а чтобы деньги оставались здесь. А центральный орган получал свои проценты от нас, а не наоборот, как мы сегодня, власти областные ездят и выпрашивают те деньги, которые заработали те люди, которые живут. Ведь бюджет сегодня формируется с тех денег, которые мы налоги платим, а мы на лошадях за 12 километров возим воду, чтобы корову напоить. Это романтично, но это безумно, и на иностранные языки, европейские, во всяком случае, не переводится. Спасибо вам огромное. Кстати, желательно, чтобы, если все-таки решится вопрос, и деньги будут оставаться здесь, чтобы здесь они еще правильно распределялись. Всякое бывало, и всякое может быть. Согласитесь. Ну, будем прощаться со зрителями. Я еще раз, если есть такая возможность, действительно хочу нашим зрителям пожелать в честь такого профессионального праздника жилищно-коммунального хозяйства одного, вот, чтобы, просыпаясь утром, вы просыпались в теплой квартире, чтобы у вас было электричество постоянно, чтобы у вас работали лифты, чтобы у вас была холодная и горячая вода, чтобы, выйдя во двор, вы действительно не замечали, чтобы вы не видели, чтобы ее не было той там грязи, чтобы город у нас, в конце концов, был благоустроен. И чтобы те деньги, которые вы сказали, которые мы с вами зарабатываем, действительно оставались в нашем городе и эффективно использовались. Не как пыль в глаза пускать, да, а действительно, чтобы они оставались там, где живут люди, которые платят эти налоги. Вот вышел справжний тост святковый. Шановні друзі, гартає мандалі, до ваших послуг, наш птих другий. Тебе туди, де світ,
щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, не спи, моя рідна земля. Шановні друзі, ми продовжуємо, як я вже анонсував, наш другий птіх. Хто сьогодні з нами у цей птіх, ці 30 хвилин, давайте попросимо керівника такої дуже-дуже своєрідної делегації представитися і головне сформулювати тему ідеї нашої зустрічі. Точніше, давайте так зробимо. Я, Володимир Михайлович, тебе представлю. А ти доложиш про тему ідею. З нами сьогодні Варенічев Володимир Миколаївич. Він підполковник, якщо я не відстаю від життя. Підполковник, так? Полковник. Вже полковник. Отже, відстаю, чую, нюхав, що відстаю. Полковник поліції і очолює, чи ще міліції, як? Міліції. Міліції ще, так? І очолює дуже своєрідну спілку, профспілку. Це професійна спілка, точніше Одеська регіональна організація професійної спілки атестованих працівників чого? Органів внутрішніх справ. Органів внутрішніх справ. Сам я не роздоріжжі. А от тема і ідея, на яку ми запрошуємо наших глядачів поспілкуватися, це така. Два крапки. Прошу. Тема очень актуальна. Дело в том, что сегодня вы все знают, наши граждане, что происходит аттестация сотрудников. И, знаете, есть очень много сегодня вопросов к этой самой комиссии и к этой аттестации, и как она проходит, и так далее. Поэтому мы должны с вами вплотную поговорить к этих полчаса об этой проблеме. Давайте. Отже, я маю тільки попередити і по обидві боки екрану тих, хто зібрався, що в нас така традиція. Я так нюхом чую, що буде така конструктивна аналітична критика. Я думаю, так. Це здорова річ, на відміну від критиканства. Але ті потреби,
той бігекрану, хто чує і хто вважає, що це на його, на її, на їх адресу, мають змогу наступного разу прийти сюди і щось заперечити чи підтвердити. З чого розпочнемо? Ну, ми почнемо з минулого прошлого. Как это все получилось, как работники милиции были загнаны в такую ситуацию, в которой они сейчас находятся. Ну, о чем идет речь? Аттестация все-таки изначально благородная цель. Те, кто должен служить и может, и имеет право моральное и профессиональное, и кто не должен, так? Зерна отделить от плевел, так? Естественно. Но я хочу сказать немножко, я офицер той закалки советской, когда я пришел в систему органов внутренних дел, то я пришел тоже, так как сейчас новые полицейские приходят, ребята, я пришел с гражданки, я закончил Одесское мореходное училище, младшего лейтенанта мне дали там, военная кафедра, я пришел участковым в Приморский райотдел милиции. Но я вам скажу сразу, социальный пакет присутствовал, я получил сразу квартиру, у нас были льготы за коммуналку, мы льготы получали по электричеству, по воде, по плату за жилье и так далее. Я получил жилье, как я уже сказал, сразу в 20 лет я уже получил квартиру. Чего потом в дальнейшем все меньше и меньше было. Но аттестация все равно была, тебя же аттестовали. Ну, конечно. Я сейчас об этом, я издалека немножко. Потом страшные времена настали, когда фактически нашу страну обворовывали. Вы это знаете. Это были такие Янукович и онная компания. И обворовывали, как ни странно, еще и органы внутренних дел. Они тоже были обворованы в том числе. Поэтому не хватало ни на что денег. Ни на бумагу, ни на бензин, ни на что. Работники милиции вынуждены были попрошайничать. Опустили людей так, что они превратились в попрошаек. Ну, не все решались отказывать работникам милиции. С вами спорить тоже. Ну, вы понимаете, работник милиции ни у кого ничего не должен просить. Его надо было обеспечить всем, в том числе и социальными всеми вопросами, которые он должен получать. Ну, наверное, так случилось, что кое-кто привык к этому. И, наверное, ну, не без того. При той зарплате, которая была 1200 гривен, офицер, который прослужил 15 лет, или допустим, 14, 15, 12 лет, это 2 с чем-то, 1800 и так далее. Это деньги совершенно небольшие, да? Ну, прожить тяжело, вы сами понимаете. А если, как правило, это люди, уже прошедшие какой-то определенный опыт, имеющий в системе, да, это люди, которые получили образование соответствующее, это, как правило, люди не глупые, такие деньги получать. Ну и особенность службы, давай говорить так, что это 25 часов в сутки, в общем. Да, в общем, люди были загнаны в эту ситуацию. Потом мы сейчас спрашиваем с них, вы все коррупционеры, все плохие, кто это сделал? Кто сделал с нашими людьми, это же наши люди, это наши жители, это те, кто живет в городе. Правильно? Мы же все, чьи-то дети, чьи-то отцы, чьи-то мужья. Говорят, вопрос, конечно, интересный. Ну. Вот, но поскольку тема аттестации, надо сказать, что аттестация – это не нечто, свалившееся с Луны, с Марса. Время от времени и в прежние времена человек аттестовался при поступлении в милицию, аттестовался на следующее звание и так далее. Очевидно, речь идет не о критике аттестации как таковой, а о критике того, как она проходит. И соответствует ли она своим задачам? Ну да, я так думаю, что тоже вы очень правы. А вот давайте сделаем так. Не только в ближайшее время аттестация была традиционной. В 20-е годы, когда в полиции работали привлеченные чины еще, в милиции, вернее, рабоче-крестьянская, рабкрест-мил, рабоче-крестьянская милиция, в ней работали еще чины царской полиции, в уголовном розыске и прочее, специалисты были настоящие. Вот, тоже прошла аттестация с целью, значит, их оттуда изъять. Если ты по происхождению не слесарь, не токарь, вот, то тебе, значит, в этой милиции делать нечего. Не дай бог дворянин или сын священника. Вот здесь есть чисто случайно такая иллюстрация, это фрагмент художественного фильма, вот, в которой нечто подобное происходит. Давайте посмотрим. Мы получили ваше указание об увольнении со службы бывшего сотрудника царской полиции Колычева. Колычева? А. Колычев. Это не мое указание. Это решение партии. А вы что, не согласны? Я знаю мнение товарища Ленина о работе со старыми специалистами, о бережном, тактичном отношении к ним. Ну, мне это мнение тоже знакомо, но в данном случае мы имеем дело со старыми работниками царской полиции, которые преследовали революционеров. Разве вы не улавливаете разницу? Улавливаю. Ну, у меня, поймите, Колычев самый опытный специалист в моей бригаде. Это ходячая картотека, клад. Без него бригаде будет очень трудно. Ради дела я прошу вас сделать для него
исключение. У нас же общая цель, товарищ. Странно. По-вашему, если за нами не пойдут старые работники, то корабль революции потонет? Да нет. Я этого не говорил. Я говорил об одном конкретном человеке. А корабль революции, как вы говорите, не потонет. Наоборот, он еще быстрее поплывет, если мы все... Ну что ж, хорошо. Уговорили. Хорошо. Подумаем. А вы очень настойчивый и справедливый товарищ. До свидания. До свидания. Клавдия Григорьевна. Да? Направьте начальнику милиции напоминание. Всех бывших полицейских без всякого исключения уволить в течение 10 дней. Все. Хорошо. Ну, эпоху культа личности осудила партия еще в 56-м году на 20-м съезде, кстати, вот 60 лет назад. Как связана эта иллюстрация с нашей темой? Все возвращается на круги своя. Дело в том, что сегодня все сотрудники, которые служат, фактически, они объявлены изгоями общества. Знаете, я не понимаю, почему так проходит аттестация. Сегодня, вот если взять конкретно, я был тоже в аттестационной комиссии, комиссия номер 3, успешно поработал 3 дня, потом мне объявили, сказали, что я мешаю реформировать систему органов внутренних дел, я мешаю очистить от коррупции, и меня успешно вывели, а даже не вывели, а мою комиссию просто расформировали. Даже мне не сообщили, по какой причине. То есть моей комиссии нет. Ну, ладно, как бы так. Я просто, да, много нормальных людей, поверьте, в этой комиссии, но каким образом эта комиссия формировалась? Сейчас эти люди решают судьбы других. Судьбы тех, которые прослужили 15-20 лет в милиции. В принципе, они прошли проверку через УВБ и довольно-таки серьезную проверку. И сегодня мы можем сказать, что эти люди чистые. Почему этих чистых людей уже, смотрите, их увольняют? 26% следствия нет, уже нет. 20% розыска нет. 50% училище первоначальной подготовки, тренинговый центр, нет, кто будет учить дальше, не считаясь ни с чем. Когда я задавал секретарю комиссии вопрос, где который я был, как это так, почему, он говорит, почему вы не сохраняете специалистов, почему не даете людям работать, он говорит, это не наш вопрос, это мы решать не будем. На сегодняшний день мы должны очистить систему. И каким образом, вот я некое недоверие, в принципе, у меня комиссии есть, каким образом туда попали люди, которые не должны быть там? Есть люди, которые вот в патрульной службе, я фамилии называть не буду, да поэтическим, уж, пожалуйста, не по этическим соображениям. Ну вот, к примеру, человек, который служит сейчас в нашей, в одесской полиции патрульной, был задержан 22 пакета метадона. Это было в 2014 году. Он прошел, он работает в полиции. Есть люди, домашние дебоширы, насильники в семье. Они есть, я отвечу за свои слова. И так далее. Каким-то образом там есть экстрасенс-целитель в этой комиссии. Притом он приехал с Москвы. А кто он такой? Может, вообще шпион российский? Не, ну, смотрите. А что он может? Что он может? Для чего туда? У нас мало нормальных, достойных людей. Ким Ильич, вас не взяли почему-то. Почему-то заслуженный журналист Украины. Я не понимаю. Да, есть нормальные. Я был в стольких комиссиях этих, что я бы уже и сам не согласился. Кембридж, даже если бы предложили. Смотрите, я извиняюсь, просто времени мало, хочется много сказать. Но там многие есть достойные люди, но такие попадают. И рождаются, наверное, от этих людей или от других вопросы. Спали ли вы с руководителем, это женщине? В чем вы одеты? Какие у вас туфли? Сколько они стоят? Это что за вопросы? Вы спросите о грамотности человека. О его профессионализме, вы спросите. Здесь с нами присутствует сотрудник того подразделения, которое я по привычке называю училище первоначальной подготовки. Сейчас оно как-то хитрее называется. Тренинговый центр. Тренинговый. Вот никак мы без импортных слов не можем обойтись. Да. Вот. Но вот я наблюдал за вами, когда вы слушали Владимира Николаевича, как ты говоришь, накивали головой. То есть, а согласны вы или нет, я не пойму. К сожалению, я с ним в большинстве своем согласна. Почему? Потому что, наверное, не останется тех кадров, которые будут подготавливать будущее поколение, которые будут делиться своим опытом, своим профессионализмом. В
частности, это я, да, я принимала активное участие в подготовке патрульной полиции Одессы, Николаева, Херсона, Кировограда, что на сегодняшний день я имею. Я с уст комиссии услышала, что я профнепригодная. Возникает... На основании чего? Объявили? Вы знаете, даже мне не сочли нужным это объявить. Получается, что здесь со мной или на этой аттестации должны присутствовать и тысячи патрульных полицейских, которые на сегодняшний день признаны высококвалифицированными специалистами, однако подготовила их я совершенно. Доверие, да. Да, высокий уровень доверия, высокий уровень профессионализма, однако возникает вопрос, как же мог подготовить их сотрудник, который признан в априори непрофессионалом. Прошу прощения, администратор показывает, ей звоночек, дозвонился до нас телезритель. Прошу вас, только короче, пожалуйста. Мы слушаем вас. Говорите. Алло, добрый вечер. Я смотрю вашу передачу. И у меня такой вопрос. У меня сын закончил в 2013 году Донецкий юридический университет. Ну, пришло время, его, он должен был работать по направлению, и его первого сократили. Я куда не обращалась, я так как осталась одна, вдова, я его выучила, и после всего его нигде не берут. Обращалась в администрацию Саакашвили, и ответа не получили никакого. Я вот задаю вопрос: у нас страна, чем больше набирает непрофессионалов, тем легче управлять. Человек, который закончил высшее образование, он... имеет понятие, как составить протокол, как все. Вот сейчас он остался безработный. Двери у него везде закрыты. Он офицер, вероятно. Потому что он сотрудник ЗАИ. Да. Вот пожалуйста, вопрос. Спасибо, ясно. Владимир Николаевич, если вы не сначала включились в наш разговор, глава Одесской региональной организации профсоюза аттестованных сотрудников милиции, это вот по его и полиции, это по его части. Совершенно правильный вопрос. Где программа социальная сегодня? Мы, общество или не общество, или те, кто нами руководят, решили очистить систему. Очищаете. Допустим, ладно. Правильно, неправильно, мы потом еще или поговорим, или куда пойдут люди. Вот куда пойдут эти люди? Где социальная программа реабилитации этих людей? Где кадровая политика? Люди эти, опытные, грамотные, мы что хотим? Чтобы эти люди пошли в бандитские структуры? Они обижены, и они пойдут, не дай бог, туда. И что мы получим? Боевой отряд? Слияние. А сейчас вот по закону Савченко к нам в город идет подразделение шикарных ребят с тюрьмы. 800 или 900 человек, которые что будут делать? Отнимать имущество граждан. Ты все-таки объясни людям, чтобы панику в Одессе не разводить. Я не развожу. Запросто. Я говорю просто объективно. По закону Савченко сегодня досрочно придут сюда люди освобожденные. Ну, профессионалы свое дело. Кто будет с ними бороться? Профессионалов не будет. Как бороться? Раз их выпустили, значит, бороться с ними вроде бы и не надо. А чем они будут заниматься? С теми, кто нужно бороться, они остаются там. Борис, а эти люди чем будут заниматься? Да, это, в общем, проблематично. Это профессионалы свое дело. Кто с ними будет бороться, с этими людьми? А мы разогнали всех. 50% милиции сотрудников в Ильичевске нет. В городе Ильичевске, Черноморск. Их просто нет. Кто придет? Мы говорим, молодые ребята, согласен. Есть хорошие молодые ребята. Но молодых ребят учить надо. У молодых ребят нет опыта. Мы, к сожалению, нашу систему очищаем от профессионалов. Да. У нас есть самое ценное, чего нет у молодого поколения. Да. Смотрите, почему опыт. Не сделать так? Объявили плохие, но, смотрите, был у нас начальник УВБ Константин Юрьевич. В доверительной беседе Ксенич мне сказал, ну да, я работал в грузинской милиции раньше. Ну, было дело, ну, был грех, немножко брал, чуть-чуть. Говорит, а сейчас нет, мне платят нормальные деньги, я сейчас не позволяю ничего себе лишнего. Молодец, умница. Он смог это сказать. Допустим, вы объявили людям, что они плохие. Плохие уволены с органов. УВБ на них там имело компорт. Это нормальные. Дайте им нормальную зарплату. Дайте им дослужить до пенсии. Дайте им воспитать нормальные. Но возьмите их под жесточайший контроль. Есть служба УВБ. Есть майор, который смотрит с угла и записывает все, как в том анекдоте. Под контроль жесточайший. Дайте нормальную зарплату. Шаг в сторону, расстрел. Наручники. Максим Алексеевич, что вы по этому поводу думаете? Ну, я хочу дополнить, что к вышесказанному, что хочу представиться, Шихерев Максим Алексеевич, сейчас действующий сотрудник управления превентивной деятельности Главного управления национальной полиции Одесской области. Хочу добавить, что невозможно оценить человека в течение... Вот мы приходим на собеседование в эту комиссию, да? Нам дают там время, ну, комиссия представляет там время от 5-20 минут. Невозможно оценить его действия, человека, который прослужил в милиции 15 и свыше лет,
беспрерывного стажа. Был на различных должностях, там, допустим, оперативник, следователь, руководство и так далее. Его действия, его принятые решения когда-то, его мотивация невозможно просто-напросто. Это человек служит 15 лет, а его за 15 минут оценивают. Вот его тоже затестовали. К сожалению. Тем не менее, член комиссии аттестации. Нет, я действующий сотрудник. Он пострадавший. Понятно. Когда вы пришли в строй? Я пришел в 2003 году, я закончил Харьковский национальный университет внутренних дел, специализированный вуз. Значит, пришел работать в обычный киевский райотдел милиции, на обычную должность оперуполномоченного. Тогда еще была служба, государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Вы были аттестованы, так? Конечно, да. Лейтенант выпустился, получил звание. Через сколько времени вы почувствовали, что вы уже более-менее профессиональны? Ну, я и сейчас не чувствую, это надо постоянно шлифовать и совершенствовать. Нет, я говорю, понятно, век живи, век учись. Наверное, должно пройти минимум лет 5. Лет 5? Минимум. А месяца 2, 3, 4? Еще хочу дополнить, что начинать надо с низов. Начинать надо с низов, с райотдела. Если ты начнешь с районного отделения милиции и минимум лет 5 прослужишь от участкового и до хотя бы там старшего оперуполномоченного, вопросов нет, ты будешь, шлямку. Как минимум, ты считать себя будешь состоявшимся специалистом. Кстати, наши генералы, смотрите, генерал-лейтенант Епур, он начинал следователем в райотделе Беляевском, да, лейтенантом. Кто там? Григоренко, генерал-лейтенант. Все они начинали и тянули лямочку курсантами, и дальше тянули, и наконец вот дорастали. Вот эти все скачки, конечно, они настораживают, но если бы мы, нам еще где-то режиссер сейчас подскажет минут 5, даже 3, если бы мы попробовали сейчас как-то суммировать это все, какое резюме? Ну, крик души, так сказать, понятно. Но мы сейчас выходим на широкого зрителя. Мы же обращаемся к людям, которые не специалисты в этой сфере. Что бы мы хотели этим всем сказать? Я так считаю. Срочно создавать институт наставничества. Срочно. Срочно, да. С ветеранов. Может быть, даже поднять тех, которые работали когда-то и ушли. И с тех, которые есть. Срочно, потому что мы потеряем органы внутренних дел. Просто потеряем. Некому бороться будет. Заплатить людям нормальные деньги, и чтобы люди могли работать в процессе и обучать молодежь. У нас 10 тысяч ветеранов в Совете ветеранов при ГУМВД. Ну, не все смогут, по состоянию здоровья и так далее. Сохранить тех, кто служит сейчас. Тем более, они же не действующие, они когда-то работали. Да, У нас аттестовывается сегодня Пенигин, полковник милиции, начальник управления розыска. Это от мозга костей. Воля Божия, да. Я боюсь, что его могут тоже заттестовать. И многих таких уже поубирали. Он лет 15 возглавляет розыск, и причем очень успешно. Да, у нас есть люди. Так давайте немножко, граждане, давайте остановимся чуть-чуть. Нам придется столкнуться потом с массой проблем. Давайте эту аттестацию либо приостановим, либо заново пересматривать будем, либо что-то нужно делать. Вот так нельзя, как мы поступаем. Я, во всяком случае, как полицейский историк, должен сказать, что сегодня уже даже наши кадровые милиционеры это забыли, а многие просто не знают, что у нас было время расцвета, так сказать, эпоха полета Гагарина и развернутого строительства коммунизма, когда мы были единственной страной в мире, где вообще не было МВД. Никита Сергеевич сказал, что преступность – это родимые пятна капитализма, а у нас социализм и коммунизм, нам она просто не нужна. Вы заменили МООП, Министерство охраны общественного порядка, 3 года игрались в эти игры, пока Хрущев не слетел, а выяснилось, что это колоссальный рост преступности за это время, а кадры-то уже раструсили, в общем-то. И кто куда пошел, в том числе и в преступные сообщества. Сейчас тоже рост преступности. Сейчас тоже мы ожидаем, наверное, что люди куда-то пойдут. Ну а как вы думали, что преступный мир сделает каникулы? Вот вы пока переформируетесь, а когда вы уже соберетесь, то тогда мы будем... Так же не бывает. Нет, наоборот, логика вещей заставляет их действовать. Вот такая вот история. Кстати, если бы, Владимир Николаевич, твой профсоюз составил бы какой-то ориентир нашим зрителям, потому что они в дальнейшем тоже могли бы звонить. Не все пробились, не все позвонили. Не все хотели отвлекаться от разговора, потому что когда человек звонит, он не слушает. Есть какой-то ориентир, куда обращаться? Ну, конечно, телефон 048. Минуточку. Пожалуйста, ручка, карандаш, что угодно, и запишите. 048 728 97 55. И повторим.
048-728-97-55. Записали? Вот по этому телефону вы получите исчерпывающие консультации, а может быть даже и помощь. Потому что, насколько я знаю, очень много обиженных людей. Это не значит, что все они обижены несправедливо. Тим Григорьевич, желательно, извините, я перебью, желательно еще нам еще одну программку подготовить. Мы многое не сказали, и давайте попробуем на днях. Попробуем. Уже, может, других людей пригласим. Попробуем, да. Но я еще раз напоминаю, ще раз нагадую тим, хто зацікавлений, що якщо не згодні, то телефонуйте нам, і ми будемо запрошувати вас сюди, щоб ви конструктивно відповіли. Особисто для мене, людина, яка 10 років в газеті і 30 років на телебаченні займалася цією темою, це дійсно те, що відбувається, дуже-дуже насторожує. А далі це моя суб'єктивна позиція, як на вашу думку. Гортаємо далі. Тих третій присвячений тим, хто боронить нас у Збройних силах у цей важкий час. Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безликие. Вы огромные, мы великие. Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль безликие, вы огромные, мы великие. А вы жмете, вы все маетесь, свою завистью вы подавитесь. Поля слова вам незнакомое, вы все с детства цепи закованы. У вас дома молчание золота, а у нас гуд коктейли молотова. Да у нас сердце кровь горячая, что ж вы нам? Глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Нас копыта колени ставили, мы вас взяли и все исправили. Не зря прячутся крысы, молятся, а не кровью своей. А у нас тут огни восстания, у вас.
Шановні друзі, підполковник Ігор Бірюков, постійний учасник наших зустрічей, повноважний представник наших Збройних сил, точніше кажучи, оперативного командування «Південь», сьогодні до нас привів таку теж своєрідну делегацію, з кого розпочнемо. Ну, давайте з дами, да, будемо кавалерами. З нами Катерина Реброва. Катерина Вікторовна є волонтер-психолог Центру допомоги учасникам АТО. І Олег Вікторович Борисенко, який очолює метеослужбу повітряного командування «Південь». От давайте з вас розпочнемо. Нема зауважень. Метеослужба – це ж така справа. Чи буде дощок, чи немає? Насправді все складніше і відповідальніше, так? Так, ви праві. Метеорологічна служба, метеорологічне забезпечення – це намного складніше, бо вона займається з метеоспостереженнями, вона займається метеорологічними прогнозами погоди, вона займається штормовим попередженням про небезпечні явища погоди і іншими заходами, які пов'язані з погодою в той чи іной інший час. Ну, ви обслуговуєте таким чином виключно наш повітряний флот, так би мовити. До інших служб це немає відношення? Так, метеорологічна служба повітряного командування, метеорологічна служба авіаційних частин безпосередньо займаються метеозабезпеченням авіації, авіаційних підрозділів. І також можна сказати, ми ще займаємося метеорологічним забезпеченням. Це стосується штормового попередження, інших родів і видів. Ну, а погода вона ж хоч для військових, хоч для цивільних. І в Африці вона погода. От нас попереджають цивільні метеорологи, ваші колеги, що на вихідні щось не гаразд з погодою. Це військові підтверджують? Так, військові це підтверджують. Військові частини вже попереджені про штормове попередження. Ми стараємося працювати наперед. Тобто завчасно попереджати про ті чи інші неблагоприятні погодні умови. А взагалі дивовижно. Ну, цивільна авіація, ладно, для пасажира якось тривожно, краще посидіти кілька годин зайвих на землі, ніж там у повітрі бачити щось таке негаразне. А сучасні винищувачі чи штурмовики, бомбардувальники і таке інше, ну що їм якийсь дощик? Ви знаєте, авіація, розвиток авіації, історія розвитку авіації також паралельно зв'язана з розвитком метеорології. Тобто, чим краще розвивалася авіація, чим вона була сучасніше, також метеорологічна служба розвивалася вместе з авіацією. Да, дощик впливає на авіацію, але також і не впливає на авіацію, бо по своїй інтенсивності дощ буває різний. Буває він слабкий, а буває і зливовий. І тому, і в залежності від того, який ми прогнозуємо дощ, ми ілі попереджаємо авіаційні частини, що він буде сприятливий для польоту авіації, ілі попереджаємо, що він не відповідає метеорологічним умовам для польотів авіації. Ну, дуже відповідальна справа, я так розуміюся, бо ви ж несете ще відповідальність за те, наскільки співпадає прогноз з тим, що буде в реальності. Ви маєте на завтра щось сказати, на післязавтра, а помилки тут теж така проста річ. Цивільні метеорологи помиляються досить часто, кажуть, в 10 випадках з 100. Да, прогноз погоди буває виправдовується, буває не виправдовується. І ми прилагаємо максимальні наші зусилля, свій опит, використовуємо сучасні методи прогнозу погоди, щоб цей прогноз погоди мав завжди 100% виправдовуємість.
От що стосується психологічного стану працівників, для того, щоб точно спрацювати, вони мають бути спокійні, врівноважені. А в нас, принаймні, є фахівець з цього приводу. Да? Але ж ви торкаєтеся тільки сухопутних бійців, чи авіації також? У нас волонтерская психологическая служба. Мы оказываем помощь всем участникам боевых действий, а также членам их семей. И тем участникам, которые уже являются демобилизированными тоже. То есть до того, как они туда попадают, вы с ними работаете или уже из-под огня? Мы работаем по запросу, когда к нам поступают обращения в сложных случаях, либо для решения каких-то задач. Вот Игорь Ильич в свое время выступал в роли психолога, хотя он больше по прессе, да? Так, тому що перша хвиля мобілізації якраз працювала на посаді психолога, заступника командира по роботі з особовим складом. Це перша хвиля мобілізації була, тому в цьому плані був певний досвід. Зараз дуже активно обговорюються ці питання психології, і особливо волонтери зараз б'ють на сполох, що в армії катастрофічно не вистачає психологів, тому що є люди, котрі отримують бойові травми, ці стресові ситуації. І я хочу попросити нашого режисера, щоб він показав нам невеличкий відривок із документального фільму, який створений Центральною телерадіостудією Міністерства оборони по психологічній підготовці. А саме, в зоні проведення антитерористичної операції зараз психологічна допомога, крім роботи волонтерів-психологів, військових психологів та заступників по роботі з особовим складом, суттєву роль відігривають. Це малюнки, листи. Потім такі звернення, як ми вже показували в цих передачах, «Голос України». Ну і сьогодні також ми заставка ця, що було спочатку, ми не брати, також мало місце, ми її бачили. Тому попросимо режисера нашого. Днями чергова партія таких листів підтримки та малюнків від українських дітей, які були зібрані колективом телерадіокомпанії «Львів», була доставлена на схід. Честь передати так звану «пошту надії» мав офіцер Західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України у Львові підполковник Тарас Грень. Безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції також є у нас відеоматеріал. Це якраз для тих людей, які, котрі кажуть, що немає суттєвої допомоги. Да, волонтери дійсно надають суттєву допомогу. Але я казав про це і буду в кожній передачі казати, що український народ, суспільство, наша молодь і армія разом переможе, і тому допомога від суспільства дуже важлива. А безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції також є відеоматеріал, підготовлений Центральною телерадіостудією Міністерства оборони. І ми знову попросимо нашого режисера, щоб він включив нам цей відривок з цього фільму, і ми подивилися, як це відбувається, і що фахівці дійсно військові такого рівня є. На стрес. Сьогодні про ступор, це заціпеніння і виникає як більш непоширена реакція на сильний подразник. У бійців буває внаслідок, перше, під час обстрілу виникає, друге, внаслідок початку бою і третє, під час постереження результатів
бою. Якщо з людиною все-таки контакт не встановлено, і людина, як і раніше, не подає ознак того, що вона вас чує або сприймає інформацію, яка від вас надходить, ви продовжуєте спокійно з нею говорити директивним тоном, просто кажете спокійно, але директивно, що все буде нормально. І я дуже прошу тебе зараз звернути увагу на мої дії. Таким чином, я кладу долоні на коліна і потроху починаю похлопувати по колінах долонями. Прошу звертати увагу тебе на те, що ти бачиш. Ви звертаєте увагу на те, чи веде людина зіницями, слідкує за вашими рухами. Тобто по одному коліну, потім переводимо контроль на інше коліно. По одному коліну на інше коліно. Якщо ви звернули увагу на те, що людина проводить зіницями за вашими діями, спостерігає, таким чином ви встановили контакт. Таку вправу можна повторювати тричі. Тобто ви знову задаєте контрольні питання, чи людина вас встановити, чи людина вас чує, чи вона сприймає інформацію. Якщо ці реакції не відновлено остаточно, ви знову повертаєтесь до цієї вправи. І знову я тебе прошу, слідкуй за рухами моїх долонів по твоїх колінах. Знову, другий раз. Таким чином людина знов-таки починає переводити і коли вона починає переводити погляд з одного коліна на інше, ви розумієте, що контакт з нею встановлений. Якщо контакт вже встановлений, а ці вправи мають спрацювати, ви доручаєте цій людині, якій надаєте допомогу, просту вправу. Для бійця найлегше це доручити споряджати магазин. Це ті дії, які кожен боєць може зробити. Будь ласка, споряджай магазини. Таким чином людина зайнята справою, заспокоюється, повертається до нормального стану і зможе допомогти товаришам далі продовжувати бойові дії, якщо вони тривають. Контакт встановлено, допомогу надали. Так, ми з вами продивилися зараз відеопродукцію. Спочатку був відеоролик про контрактну службу, створений нашою прес-службою і Одеським державним телебаченням обласної філії. І також відривок з документального фільму про психологічну допомогу, яка проводиться в зоні АТО. Слід сказати наступне, що та допомога і та методика, яка там була продемонстрована, не тільки в зоні бойових дій може проводитись. Вона може проводитись і якщо йдуть обстріли мирного населення, не дай звичайно Боже, або люди, які уважно продивилися, можуть взяти собі на заміку і використовувати ці прийоми практичної психології. Тому от сидить фахівець, колега мій, скажімо так, Катерина, вона більш детально може також проаналізувати те, що ми з вами побачили. А да, ці знання, вони полезні не тільки в бою, але абсолютно в мирній житті, тому що в кожен день з нами може случитися якась неожиданна ситуація, яка вот визове таку реакцію, як ступор. Да? Такое бывает, и здорово, когда мы к этому подготовлены и можем оказать помощь человеку вот на месте в любой ситуации. Кроме того, есть еще другие реакции, и поэтому мы очень много тратим времени и внимания для того, чтобы обучить как можно больше людей вот правильной реакции на стрессовую ситуацию, в которую попал человек. Это не так же торгается авиацией, да, кто в рахунку и бытовой службы, чи все-таки, в смысле, тунами там спілкуетесь безпосередньо, чи люди теж потребують якоїсь особливої психології? Ну, кожна людина потребує определеного психологічного підходу. Також і льотний склад, і знає
уровень підготовки того чи іншого льотчика. Ми стараємося перед вильотом надати йому метеорологічну інформацію ілі в більшому, ілі в меншому об'ємі, більш доходчиво, щоб, знаходясь в повітрі, льотчик мог приймати і використовувати погоду з максимальною якістю. Отже, ви знаєте, хоча так під час Великої Вітчизняної війни, яку ми тепер звемо в цілому Другої світової, такої посади, як психолог у військах, не було, але, мабуть, потреба була у тому, да? І, може, якось інше все склалося би, і після війни, якщо б вона була. Ну, тим не менш, сьогодні це є. Давайте будемо закруглятися, прощаючись з нашим глядачем на даному етапі. Що ми йому скажемо з точки зору саме от такої військово-цивільної, цивільно-військової психології? Це вже психотерапевтика певною мірою, так? Я бы пригласила всех бойцов, которые возвращаются в мирную жизнь, а также членов их семей, матерей, жен, не стесняться обращаться к психологам хотя бы за консультацией, за беседой, чтобы понять, что с ними происходит и какие можно сделать шаги, чтобы улучшить свою жизнь быстро, эффективно, помочь себе и пользоваться услугами специалистов, которые специально готовы помогать. У нас есть телефоны нашей диспетчерской службы. Мы будем рады принять запросы, обращения. Это запись на консультации психолога. Можно продиктовать, да? 066-745-92-25. Дякуємо. От, власне кажучи, вичерпано порядок денний нашого тріптіху. Кожен тих пройшов в ефір свого часу. Ми бажаємо вам, щоб ви були здорові, наскільки це можливо, щоб ви були щасливі, наскільки це можливо. І про всяк випадок майте на увазі, що є люди, які напоготові вам допомогти. Бувайте. Щасливо.